Областники в Кузоватого стоят там-то, тормозят всех. Такими сообщениями обменивались в соцсетях жители, пытаясь предупредить любителей нарушать ПДД. В минувшее воскресенье три экипажа спецроты управления ГИБДД России по Ульяновской области вышли в рейд «Нетрезвый водитель» в районном поселке Кузоватого. Несмотря на предупреждение доброжелателей, инспекторы ДПС остановили водителя, который даже не пытался скрыть, что пил. Вот честно вот говорю, сейчас мы просто хотели отдохнуть, нам позвонили вам, сказали вот это. Надо ехать, да? Ехать. Дел два этих пешеходец. Скажи честно, сколько пива вообще? Две. Че две? Три банки. Клянусь. Три банки. Я клянусь. Уже в сумерках в поле зрения инспекторов попадает мотоцикл без номерных знаков. Водитель на требование остановиться лишь ускорился. После недолгой погони остановлен. Стоит отметить, что днем ранее практически на этом же месте в смертельном ДТП погиб еще один мотоциклист. По предварительной информации, водитель мотоцикла «Атлант Дакота» 1968 года рождения находился без мотошлема, не имел права управления, управлял мотоциклом, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил опрокидывание. В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался. Остановленный же инспекторами мотоциклист о страшной аварии знал, но тем не менее сел за руль, нарушив правила. Я его купил только недавно. Купил? А водительское удостоверение у вас есть? В смысле? Водительское удостоверение. Нет, вот хотел только обучаться на него. Ну а как вы без прав ездить? Ну я на работу, с работы, хотел на ужин съездить. А вы в курсе то, что вчера произошло ДТП на мотоцикле? Да, я сегодня на работе уже сказали. Всем правонарушителям, выявленным в ходе рейда, выписаны административные протоколы. Всего уже только за минувшее воскресенье на дорогах области были зафиксированы 645 нарушений ПДД. Задержано 18 водителей, находящихся в состоянии опьянения. Лилиана Рахматуллина, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.